Всем привет! Я продолжаю играть на покерной площадке Olibet, и мы боремся за бонус для новых игроков, который называется «Медовый месяц». Вот он, здесь находится кнопочка, на него нажимаем и видим, что у нас сегодня 13-й день, когда нужно выполнить особую миссию. Всего в этом бонусе 30 дней, 30 миссий. В зависимости от того, сколько миссий мы выполним, такие выплаты мы и получим. Сегодня у нас уже 13-й день. Да, следующий бонус мы сможем получить, когда 15-ю миссию закончим. Да, это будут турнирные доллары. 12 миссий у нас успешно выполнены. Читаем сегодняшнее задание. Тип игры – турнир. Примите участие в турнире Daily Guarantees, то есть Daily гарантированный турнир. Турнирные миссии выполняются по окончании турнира. То есть нам засчитают исполнение миссии тогда, когда турнир закончится полностью. Ну, в принципе, это логично. Итак, идем в турниры и разбираемся с ними. Здесь есть кнопочка «Турниры». Нам нужно выбрать Daily гарантированные только. Да, миллион нам не надо сейчас. И смотрим, какие у нас турниры есть с надписью «Daily» и с гарантированным призовым фондом. Вот они, смотрите, идут 5 долларов, 1 доллар. Да? Смотрю, здесь есть поздняя регистрация, да? Вот уже здесь перебор идет, да? 2 минуты осталось. Давайте мы зайдем, посмотрим, что у нас тут происходит. Давайте сразу мы в нем и примем участие за 1 доллар. Да. Здесь написано «Защита на бабле доступна». Это означает, что если мы регистрируемся вовремя, а не уже как поздняя регистрация, да, то есть до начала турнира мы регистрируемся, то тогда в этом случае у нас, если мы вылетаем на бабле, то есть перед призовыми местами, бабл – это перед призовыми местами, последнее место перед призами, то нам возвращается наш вход в турнир, да. Где мы сейчас находимся? Смотрите, у нас 10 тысяч нам дали фишек, да? У нас 9800, у нас в принципе 10 блайндов, да? Естественно, мы ставим на король 9 all-in, надо играть агрессивно. Но смотрите, в турнире у нас уже не совсем короткие столы, ну то есть не по 4, как в all-in и fold, это ну, 6 человек за столом сидит. Это, в принципе, обычная ситуация для коротких, short stack, да? Потому что обычные турниры, если вы в реальной жизни будете играть, обычно 9 человек за столом. Да? Сейчас вот в связи с ковидом вообще, конечно, все покерные румы, наверное, закрыты, я так подозреваю, как и казино. Поэтому можем играть только в онлайне, да. Но обычно, когда я играла в турнирах в офлайне, да, то есть 9 человек сидели за столом. А здесь у нас 6. Да? Так, что я вам могу рассказать о турнире? Ну вот смотрите, мы сели, у нас 15 уровень уже идет, общий призовой фонд 174,80 набрали, да? Через 1 минуту и 10 секунд следующий будет уровень, да? 1400-700, да, 700-1400, то есть small blind 700, большой 1400. Сколько у нас? 91 игрок остался, всего было 193 игрока, призовых мест 39 будет, моя позиция сейчас видна, 61-я, да? Виден какой минимальный стек 90, максимальный стек 65 тысяч, да, и средний 21 тысяча, то есть у нас не достает до среднего стека, в два раза мы слабее. Это хипер-турнир, мы сели. Хипер – это значит, тогда быстрый турнир у нас получается. То есть блайнды очень быстро меняются. Тут есть и обычные турниры, как я понимаю. Я еще особо с ними не разбиралась. Турнир уже идет, смотрим, 50 минут. Да? Боин делится на 0,92 плюс 0,08. Это означает, что 8 центов идет в комиссию, в рейк. Площадки, 92 призовой фонд цента, да, и распределение выплат можно посмотреть. Когда будет перерыв, можем посмотреть, скоро будет, наверное, уже перерыв, можно будет посмотреть турнирное лобби, показать, что там и как
Видно. Так, нас пересаживают за другой стол. All in. Там кто-то вылетел. Я думаю, что я могу записать даже полностью All. Этот турнир, потому что он будет довольно-таки быстрый. Фишек у All. нас мало. All. Когда этот турнир закончится, то есть все игроки вылетят, тогда только нам зачитается миссия сегодняшнего дня, как выполненная. Я вам это в конце потом покажу. Когда миссия будет выполнена, то здесь у нас горит, что завершенная миссия, да? Пока у нас медовый месяц, значит, еще мы миссию не выполнили. Так, здесь какой-то игрок задумался. Ну вот блайнды поменялись, видите, уже 1400. Вот я могу посмотреть здесь. Перерыв будет через 18 минут. Да? Так, призовых мест 39. Если потерялся коннект, то когда вы загрузите, да, то есть когда загрузится игра, то вы стол у вас автоматически откроется, да, то есть не надо переживать, что вам придется искать стол, где вы играете. Вот две дамы проиграли тузу 2, да, у него и старшая пара была, и флеш-дро. Так, нас опять пересаживают за новый стол. Ой, у нас тут, по-моему, чип-лидер сидит, наверное. Чип-лидер, у кого больше всего фишек в турнире. Ну-ка, сейчас мы посмотрим. Ну да, это, наверное, он. Дошел до нас блайнд. Raise. Raise. Call. Call. Old. Old. Мы будем скидывать 5-10. Было у нас прерывание коннекта, да, поэтому немножко Call. Вылетела у нас игра, но ничего, мы зашли снова. Check. 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 Bet. Bet. Old. Ну вот, туз 10, нам надо будет играть в all-in на этой карте. All in. Fold. Fold. Call. Call. Все у нас быстро решится сейчас. Либо удвоимся, либо вылетим. Ну вот, двойка пришла, смотрите, да? Нам туз открылся, а там двойка пришла. Ну, тут, конечно, несчастный случай. Ну вот, мы вылетели из турнира. Всего в нем осталось 65 человек. Тут можно, смотрите, поделиться с кем-то этой рукой. Так, закрываем этот стол. Мы в него больше смотреть не будем, да? Тут он виден, да, вот у нас, смотрите, такой шрифт наклонный. Видно, в каком турнире мы принимали участие, да, можем за ним следить. Вот осталось 62 игрока из 195. В принципе, все вот эти турниры, где есть daily написано и где есть гарантированный призовой фонд, вот GTD написано, да, гарантированная призовая сумма, да, можно участвовать, чтобы отыграть этот бонус. Вот, смотрите. Здесь на сайте написаны все гарантированные турниры, в которых можно играть, да, и в которых можно вот именно миссию выполнить, да. Вот они, Daily Special, Hyper, вот в которых мы участвовали за $1, да. Здесь даже в списке его нету. Turbo, вот Turbo турниры, Big турнир Daily, Deep Stack, это большой стек, да. Много будет фишек. Вот они все здесь перечислены. Можно здесь смотреть этот список. Итак, мы видим, что турнир уже закончился.
Смотрим, наш вот логотип изменился. Наш логотип на с медовый месяц на завершенный. Нажимаем вот сюда и видим, что миссия завершена. Как только турнир, в котором мы участвовали, закончился, нам засчитали исполнение миссии. Итак, 13-й день мы закончили. Встретимся с вами завтра, когда будем проходить миссию 14-го дня. А пока всем пока-пока!